Ребята, как надоело в школу идти. Я не хочу в школу идти. Я уже на улицу должен выйти. Там улица, дверь. Все, я иду в школу. Так, я ваш учитель по математике. Что будем учить? Будем учить всякие вот опыты. И потом пойдем мы всяких зверей в зоопарк поедем и всяких зверей будем учить. Вообще-то по математике такого невозможно. Это уже было бы не математика. Тогда будем учить английские. А что ж, отличная идея. Вот моя книга по английскому. У меня там... Опа, английские. Ну что, начнем, учитель. Начнем через секундочку. Перед тем поставьте лайк. Начнем. Ура, перемена! Перемена! Ой, упала моя камера, снимая видео. Ура, перемена, перемена, перемена! Перемена, 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 перемена! Пока! Увидимся и потом будем делать дальше, но уже изучать растение. Пока! И что делать мне на перемене? Тут же скучно. Ничего, я пойду. Найду себе какое-то место. Буду считать играть в прятки с кем-то моим другом. Его зовут Арсен. Я его вам покажу. Я его позову сейчас. Только он в синих очках. Вы слышали, что меня позвал Итай. Вот мой, я им показал. И сейчас будем играть в прятки. Что он считает? Почему это я считаю? Неудивительно. Ладно, я буду считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Пора, иду с двора. Кто не спрятался, я не виноват. Где же спрятаться мне? Наверное, может, ты что? Вон там спрячусь я, и все. Бегу, бегу, бегу. Пойду искать его. Где он спрятался? У нас. Это Юля. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха. Ха. Здесь может. Нигде, но есть еще место. Это же не только малюсенькая школа. Все, я сдался. Я здесь. Вот Арсен. Ну, наконец-то я тебя нашел. Просто я сдался. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Пока. Пока. Сегодня у нас два урока. Две перемены. Привет, учитель. Привет, ученик мой. Что начнем? То, что ты говорим, начнем с растений. Это самое скучное в мире. Ой, как скучно. Ну, что поделаю, придется делать. Пошли со мной, ребенок. Ребенок. Идем быстрее. Наша порода, не наша порода. Все, начнем. Вон там что за дерево? Там дерево. Им эдзайт. Там, ну, быковалят шаббат. Все время. Ой, оно там. Вот оно. Дерево зайт.
У нас, правда, шиши? Да, точно, одна перемена у нас. Понятно, иду говорить по Арсену. Он бы кита алиф шалош, а я бы кита алиф штайм. Пока, Арсен. Пока, Итай. Я перед этим скажу Арсену, чтобы мы пошли в парк. Поиграли, играли в парке. Ну что ж, мы пойдем в парк. В парк, говоришь, пойдем? Может, в Ганаир? Там еще в Макдональдсе покушаем амбургеров, шницеленов еще с кетчупом. И закажем игрушку или мороженое. Но, не знаю, но я бы хотел игрушку. Я люблю игрушками играть. Я возьму с собой игрушки дома. Итай, ты еще быстрее. Да быстрее, быстрее я смогу. Уже через часик. Но не пол, не часик, а полчасика. Нет, увидишь. Если мне покажите пикабол, и там еще вот Бэтмена, и черепашку-ниндзя Майкеланджело. Вот. Привет, Итай. А что там у тебя в руке? У меня пикабол. Я хочешь покажу? Смотри, что там. И хопа. И там Бэтмен с черепашкой-ниндзей. А что у тебя там под руками? У меня игрушки больше тебя. Машина. А она пожарная. Смотри, какая на нее. Во, моя красотулечка. Класс. Я играю почти каждый день в нее. Ну, давай я его положу. Я не буду кататься. Он откроется вот так. Вот так. Ай. Вот так. Открывайся. Вот они вылетят с него и будут рулить. Чур, Бэтмен рулит. Бэтмен рулит. А Майки будет сидеть и смотреть, как он будет рулить. Все, я их ставлю, и мы начнем играть. Ну, давай, ставь свой шар покебол. Ой, ты его уже давно поставил. Отлично. Уезжай, машин. Да, я его поставил, вот. И прилетели инопланетянины. Что за инопланетянины? Вот такие. Опа. Чин-чин-чин-чин-чин-чин. Бэтмен и он. Летающий корабль улетает в космос. И все. Ну что, начнем рулить. Давай начнем. Стоп, а потом в Макдональдс. Я хочу Макдональдс. Да голодненький. Чуть-чуть. Ой, ничего не вижу. Вот так вижу. Машинка. Короче, начнем играть. И Бэтмен рулит. А ты, Майки, сидишь здесь. Вот. А Бэтмен рулит. Ты вот ставишься как-нибудь. Ой. Короче, будешь лежать. Поехали. Ой, он будет рулить. Вот, рулит. Он посидит здесь. Ай, не так сильно. Короче, лежи здесь и будет кататься. Я играю. Машинка. Что? А, вот нашла. Хватит. Все, пойдем в Макдональдс. Пошли, Арсен. Наконец-то я голоден и хочу пить. И игрушку какую-то заказать. Срочно. На, пойдем в Макдональдс лучше. Кубик Рубик. Пойдем. Макдональдс, кубик Рубик. Это где? Он что, будет из кубика Рубика?
кубика. Я не знаю такого Макдональда. Нет, там из всяких видео кубик-рубик будет там написано. И, наверное, нам что-то интересненькое попадется. И там попьем, покушаем. Мы и все, пойдем, я тебе покажу. Короче, все кого? Ладно, возьмем пикабор и машинку свою. Ой, что сделать с камером? И летающая тарелка возвращается и забирает всех их. Ой, жужжу. Забирает одного в корабль, второго в корабль. Все закрываем. Ой. Все, понесли это. Арсен, друг мой. Ай. Пошли. Ли, Арсен. Ой, я что-то нажал не то. Пошли, ну черт, ты несешь это, просто ты играл. Я тебе показываю, где это. Макдональдс, пикабон. Вот, видишь, он не из кубика Рубика. И в нем можно готовить сам. Отлично, там прошла бабушка. Стоп, давайте начнем из конфет. Конфетки. Буду воровать их. Вот так нажму на паузу камеры. Ютуберы. Ой, извините. Чур, я заказываю конфеты. Ой, их тут можно найти. Я ж забыл, он мой Арсен друг, что сказал, тут можно готовить сам. Я шоку возьму. А я какой-то интересный заказ себе сделал. Интересно, что там, это не Макдональдс, там мне приготовили. Там шоколадки? Я шоколадки не заказывал, я заказывал попкорн, подушечки. Ну что, покажу и так, что он выберет, наверное. Что-то он такое выберет из себя еще. Такое ютуберы. К сожалению, кубика Рубика нету в этом Макдональдсе. Так что будем без кубика Рубика. Ну что ж, почему так? Ой, а вот это твой заказ? Я потом покажу тебя ютубером. Ну, вот он мой. Заказать шницелёнов. Ай! Фу. Я его в холодильник поставлю в Макдональдсе. Представляю, в Макдональдсе холодильник. Фух, поставил. Ну, подожду. О, это чьи заказы? Это он мой, летай, метровый. Упс. Ой, опа, все готово. Волшебное, ура, ура, ура. Ну что ж, начнем кушать все наше это. Возьмем бутылочку. Ой, иди вам. Будем кушать с Арсеном. С Арсеном будем кушать.